Всем привет! Сейчас я хотел бы сделать реакцию на песню от Димаша «На новой волне». Поехали! Это получается, он в Сочи выступает. О, есть субтитры. Интересно, на каком он языке поет? Он опять с Игорем Крутым. Это французский язык, да, я так понимаю. А, нет, не французский. Итальянский. Очень, ну, прикольно получилось вместе с хором таким. Очень классный переход. Да, они, получается, на открытом воздухе поют, или это где-то в каком-то зале. Ты силен, ты знаешь, поэтому не бойся. А, хор Академии Игоря Крутого. Это просто значит на заднем экране колонны летают так. Не очень классная песня. Очень сильная песня. Когда он поет, конечно, больше таким высоким тембром.
Ну что, открыли наш сегодняшний вечер. Димаш Кудайберген. Вот все цветы. Новый секс-символ эстрады России, Китая и мира. России, Китая и мира. Хор популярной музыки Игоря Крутого. Сочинский симфонический оркестр. Дирижер Олег Солдатов. И молодежный хор города Сочи. За роялем автора произведения Игорь Крутой. Хорошая песня. Хорошую песню он написал, конечно. Ну и, конечно, великолепное в исполнении. Девочки, держите себя в руках, Димаша. Он вернется. Ой, куда ему столько? Надо уже этот... Ну что ж, дорогие друзья... Машину заказывать. Еще раз ваши аплодисменты, Димаш! И небольшое такое отступление. Хотелось бы спросить у вас, дорогие зрители, подписчики, нам интересно ваше мнение насчет корейских товаров. Как вы относитесь к корейским товарам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!